Дядько Андрій, ракушки збираю в кульок. Ну, в первую очередь, конечно, хлеб, крупы. Второе – это там спички, женская гигиена, мужская гигиена, подгузники. А вы спрашивали, я прошу прощения, что вы спросили? Спрашивали. Не, мы первый раз. Мы уже... За 8 місяців ще ніде не були. То, що з усіх сторон мости побудували.